Официальные проводы бойцов Мечетлинского, Салаватского и Дуванского районов состоялись в селе Месигутово. Поддержать ребят, пожелать им удачи и скорейшего возвращения домой приехали их родные, друзья, знакомые и неравнодушные жители. Подробно в репортаже нашей коллеги Яны Паначевой. Слезы, объятия и, конечно же, добрые пожелания. Именно так родные и близкие проводили вместо боевой подготовки еще один отряд мобилизованных и добровольцев из Дуванского, Салаватского и Мечетлинского районов. Плечом к плечу у крыльца культурно-досугового центра выстроились 20 мужчин, объединяет которых одно – боевой настрой и стремление к победе. Хочу выразить огромные слова благодарности нашим ребятам, которые самостоятельно решили встать в строй в ряды вооруженных сил Российской Федерации и защитить интересы России, защитить нас с вами, защитить наше будущее. Они будут сражаться за то, чтобы фашизм не пришел в наши дома. Они поедут поддерживать наших ребят, которые там несут военную службу. Они поедут для того, чтобы защитить нас, наши семьи, наши дома, нашу родину. Поэтому от имени мечетлинцев выражаю вам, ребята, огромную благодарность. Пожелание стойкости, мужества, служите достойно, вернитесь живыми и здоровыми. Мы надеемся на вас, мы гордимся вами, мы ждем вас. Добрый путь. Сегодня очень тяжелая обстановка у нас на Украине. Поэтому я еще раз хочу вам выразить большую благодарность за вашу решимость. Хочется, чтобы вы, исполняя свой воинский долг, помнили о том, что мы вас ждем обратно домой, целыми и невредимыми. Ребята, перед вами стоит большая задача. И вам первым делом нужно вернуться здоровыми, с победой. И мы вас будем ждать. После недолгого прощания каждый резервист получил вещмешок с необходимыми продуктами на первое время. И под торжественный марш славянки автобус отправился в место боевого слаживания – город Пензу.